И еще раз привет, ребят, с вами Спорт без причины. Продолжаем разбирать бои на UFC 242. Пока что главным событием для всех россиян, интересующихся ММА. А также повод отвлечь всех от выборов 8 сентября. Для тех, кто ищет трансляции, здесь ее, конечно же, нет, потому что UFC банит их всех. Поищите ее на каждом втором телеканале или просто на просторах интернета. Напоминаю, что спонсор канала — компания MarathonBet. Если пытаетесь ставить все-таки на ММА, то используйте их сайт. Ребята, вы знали, что на канале «Спорт без причины» проходит конкурс? Каждые 2 месяца разыгрывается 10 тысяч рублей. Подробности этого конкурса будут где-то в середине или конце видоса. Советую посмотреть до конца. Ну вот и главный бой вечера. Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье. Кто же все-таки победит? Как большинство и думает, фаворитом является, конечно же, Хабиб. Мы всегда любим андердогов, поэтому часто стараемся выделить и наградить более интересными качествами человека, который явно не в фаворитах и, возможно, не победит в этом бою. Но Порье — реальный ветеран, приятный парняга, а самое главное — очень добротный и хороший спортсмен. Но многие так это знают. Как вы уже, наверное, знаете, у Порье не получилось победить Хабиба. Да и удивить нас у него тоже особо сильно не получилось. Мы ожидали, что Порье придумал что-то новое. Потому что по факту подразумеваем, что Хабиб скорее всего победит. Как ожидалось, из всего, что смог показать Порье, это ударка. Однажды он умудрился пошатнуть все-таки Хабиба, но оформить продолжение какое-либо у него не получилось. Хабиб нормально увернулся и немножко отвелосипедил, что помогло ему восстановиться. В остальном тут достаточно стандартный хабибовский стиль боя, правда, он, конечно же, стал в разы активнее, но, как вы догадываетесь, здесь просто море тейкдаунов, работы в партере, ну и, конечно же, контроля. Порье, конечно же, молодец, умудрялся вставать из этого, выходить из опасных положений, но, понятное дело, Хабиб умудрился его достаточно быстро вымотать. В конечном итоге все закончилось довольно-таки очевидно. Хабиб смог забрать спину Порье, он также забрал и шею Порье, что позволило ему спокойно завершить чоук со спины. Вышел он просто прекрасно, Хабиб, как всегда, на высоте. Все, конечно же, ждут его бой с Тони. После боя множество просто благодарностей, взаимного уважения Хабиба и Порье. А также Хабиб из интересного все-таки озвучил, что он отдаст свою майку, как это и делает Порье, на распродажу, деньги от которой полностью пойдут на благотворительность. Такие вот они классные ребята. А вот и условия конкурса, они просты как никогда. Нужно подписаться на канал, оставить комментарий под видео и поставить лайк. И через 2 месяца я определю победителя среди всех видео, которые вы прокомментировали, и отдам ему 10 тысяч рублей. Так что давайте оставаться на этом канале, смотреть видосы и подписываться. А мы продолжаем. Прекрасный бой, но за весь вечер больше всего меня порадовали. А точнее, порадовал Ислам Махачев. Лучше всего исполнение, прекрасная, красивейшая техника, тоже такая же красивая работа и в партере. В общем-то, все просто великолепно. Конечно же, советую для просмотра. Также порадовали Барбоза с Фельдером. В общем-то, как и ожидалось, прекрасная UFC-ха. Очень рада за Хабиба. Надеемся, теперь следующий бой уж наконец-то будет против Тони, который ждет не дождется. А с вами был Спорт без причины. Подписывайтесь на канал, ставьте лукасы. Ждем вас снова.